Миша, тебе задание партийное. Я сегодня, знаешь, сколько она задавался? Ты просто не знаешь, что сегодня было. Ты не знаешь, что мы нашли. Вы нашли это. А вот что мы нашли, этого ты не знаешь. Что вы нашли? Ну? 40 метров. 40 метров. Это, короче, пкин. Турецкий пкин. 40 метров. Замыв. Дно. Ледяная пробка. Да. Ну, земля с пацаном. Ну, красивые, вертикальные камины, такие красивейшие. Просто такие вертикальные перья прямо. Поехали, мы едем. 1700-1750. Здесь особенного видеть нечего. Был анихма, интересно, очень познавательно, нисколько не пожалели. Это понятно, там тоже сюда... там тоже сам, везде, где мы сейчас сегодня были. Значит, где карст? Везде рельеф примерно такой же, марсианский. Понятно, да? Миша, ну это понятно, только нам непонятно, кто будет лазать в эту марсианскую дыру. Мы, короче, забили, и меньше, чем 40 метров не лазать. И это все вот так вот, одно на другое. Ты сидишь на острове, просто натуральный остров, и вокруг тебя такие сороковки, бум-бум-бум-бум-бум, вот так. Ты сидишь на острове, и все они затыкаются приблизительно на одном уровне. Замыло. Земляной, ледовой пол. Задачу выполнили. Я говорю, слушай, Юрий, Саня, а не съездить ли нам туда? Куда мы с Сивисом поехали, там дорога в деревню старая. Сивис сказал, что она параллельно этой. И мы по ней поехали. Какие кары! Какие кары! Долины висячие. Не вот так вот хребет, а вот, вот поле. Висячая долина. И кар. Кар. И тут Саня такие, там такие провалы были. У нас полтора дня. Не-не-не, я бы лучше в каждом районе понемножку поработал, чтобы знали про район. Мы голодные, ужас! Саня, вместо хуй с ним надо говорить в этом записи.